Вот новый завод по производству бутилированной воды и безалкогольных напитков открыли в Алматинской области. По техническому оснащению в Казахстане он не имеет аналогов. Строительство обошлось инвесторам в 3,5 миллиарда тенге. Проект реализован в рамках программы форсированной индустриализации. Каждый год казахстанцы выпивают около 700 миллионов литров безалкогольных напитков и бутилированной воды. Однако полностью удовлетворить этот спрос отечественному бизнесу пока, увы, не удается. И любимые напитки приходится импортировать в больших объемах. Чтобы выпускать конкурентоспособный отечественный продукт, требуются значительные инвестиции. И без помощи государства здесь не обойтись. Это Бурундайская, Шималганская зона индустриально-инновационного развития. В скором времени здесь откроются еще новые производства. После вот встречи в Алмате многие бизнесмены к нам идут. Мы здесь выделяем им земельные участки. Главными финансистами этого проекта выступили Фонд развития предпринимательства «Даму» и один из банков второго уровня. Всю инфраструктуру подвели на деньги местного бюджета. Таким образом, новый завод стал примером успешного партнерства государства и бизнеса. С помощью государственной программы «Дорожная карта 2020» нам оказана, значит, помощь по внешним инженерным сетям. На государственные деньги с поддержкой Алматинской области сейчас у нас проведено газопровод, линия электропередачи, и в скором будущем будет построена где-то на 800 метров автомобильная подъездная дорога. При полной мощности завод ежегодно сможет выпускать около 100 миллионов литров продукции. Для таких объемов нужны сотни рабочих рук. Причем искать их будут не где-нибудь, а в ближайших поселках. Таковы правила партнерства государства и бизнеса. Я раньше работал в городе Алмате. Далеко было добираться. А сейчас я работаю рядом с домом, где готовится такой прекрасный завод. И устраивает близко к дому. И все условия здесь. В будущем завод планирует выйти на экспортный рынок. По оценкам немецких специалистов, вода в Карасайском районе, которую добывают на глубине 350 метров, по своему составу просто уникальная. А это значит, что спрос на нее будет высоким не только на родине, но и за ее пределами. Оскар Сергалиев, Канат Кигизбаев из Алматинской области.